Приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Dead Space 3. Так, мы упали. Лифт тоже упал. Все упали. Всем приятного просмотра. Погнали. Айзек, ее нет. Элли, Айзек, эта тварь сбросила вниз целый утес. Ты бы ничего не смог поделать. Ты можешь подняться к нам? Да. На той стороне был путь наверх. Потрепала нас. Слушайте, я сюда хочу сходить. А здесь нифига. Ага. Во, наверх можем сейчас обратно вернуться. Но что-то мне это не нравится. Слишком большая площадка. Я так и знал. Повеселимся. Ух ты, блин. Слушай, используй этот генератор, чтобы запустить гарпуны. Гарпун. Заводись. Надо заманить его к лазерам. И что это? Панель. Быстро тяни, или он может вырваться. Тянем. Все, я думаю, она больше не оживет. Точно не оживешь. Она нас потрепала. О, набор. Хорошо. А с тебя ничего не вывалилось? Нет? Так, нам теперь туда. Как удачно здесь были гарпуны. Это что? Снова замерзшие люди. Так, с этого что-то вывалилось. Берем. О, и здесь тоже есть. Хорошо. Поднимаемся наверх. Наконец-то расправились с этой штукой. Ну, погнали. Сейчас снова скалы падать будут, да? Зараза такая. Мы не допрыгнули, наверное, все-таки. Пришлось просто в сторону уйти. Эй, все хорошо. Ты молодец, Айзек. Ты сделал все, что мог. Нет, не все. Я сдался, Элли. Мне очень жаль.
Должно быть здесь. И как мы найдем эту Розетту? У нее тут где-то должна быть лаборатория. Надо найти здание или файлы, что-нибудь, на чем есть ее имя. Можем использовать это, чтобы добраться ко входу. Пойдем. Итак, нам нужно Розетту найти. Разные строения аванпоста связаны друг с другом железнодорожной системой. Перед тем, как погибнуть, Сантос узнала, что ключ управления машиной находится в исследовательском комплексе. Можем воспользоваться поездом, чтобы быстро и безопасно добраться туда. Интересно. Сейчас поезд ищем, да? Так, они наверху уже. Два урона темп-стрельбы. Берем. Вот дерьмо. С тобой все в порядке? Да, я в норме. Можете идти вперед. Вижу наземный маршрут. Я отправлю инструкции тебе в X. Встретимся на объекте. Как удобно. А что, нельзя было забраться как-то? Блин. Ну, кушайте технологии. Так, а квакает отсюда. Тут еще может быть. Да вроде никого. Все, пойдемте отсюда. У нас еще один бот, да, по-моему, остался. Да, хорошо. Мне нужен станок. Прям реально нужен. Я хочу снять урон с того и поставить на это оружие. Мне, в принципе, оно прикалывает. What the fuck? Что это было сейчас? Какого хера? Неужели это скоростные? Его здесь нет. Показалось, что кто-то шевелился. Какой огромный комплекс, просто жесть. И столько артефактов здесь. Обелисков. Интересно. Ладно, пойдемте. А это сейчас что было? Это что за... До моего прихода они были слишком расслаблены? Или напряжены, наоборот? Кстати, да я выкинул аптечку. Нафиг они мне нужны там?
нас просто аптечек даже очень много, так скажем. Сквозня. О, как аккуратненько мы поставили, да? Прикольно. Даник. Внимание! Похоже, Даник успел перегруппироваться. Черт. И как нам найти эту Розетты, если она умерла 200 лет назад? Погоди. Смотри. Лаборатория Розетты. Нам сюда. Отлично. Высылай координаты. Будем надеяться, что Даник не найдет нас раньше, чем мы соберем кодекс. Почему Луна выглядит, как будто это какая-то костное какое-то образование, как кость какая-то. Мне нет больше дронов, чтобы запустить. Только не говорите, что эти чудовища сейчас здесь будут прятаться. Так, это что? Это карта лабораторий, где что находится, да? Интересно. Нет, вроде пока тишина здесь. Винтовка с автоприцелом. Интересно. Слушайте, здесь никого. Как-то это подозрительно чересчур. Тяжелая стандартная станина. Мне нужен станок. Во, станок есть, хорошо. Тихо-тихо, что это было? Даже здесь такое еще используют. Стеклянные кирпичи. У кого-нибудь в подъездах такие были? Помните такие кирпичи? Может, у кого-то даже есть. Кстати, очень классная штука. Резкие сразу, а? Неожиданно появились. Так, станок есть и гардероб. И закрытая какая-то комната. Ладно, станок. Забираем все. Кстати, можно вернуться. И одного бота туда. Улучшаем. Так. Урон. Урон и темп стрельбы. Возвращаемся к одному оружию. К другому, точнее.
Мне надо забрать. Да, вот с этого. Во-первых, отсюда. Обойма. Поставим какую-нибудь... Просто одну обойму. Отсюда забираем просто темп стрельбы. Ставим. Отсюда забираем вообще. По одному. И отсюда забираем. Перезарядку просто поставим. Все. Переходим на другое. Ставим там все то же самое, только помощнее. Мне это понравилось. Так, здесь урон. Да. Урон и обойма. Урон, перезарядку, наверное, я так поставлю, да. Ну, все пока что. Очень все даже хорошо. И в гардероб давайте посмотрим, заглянем, поулучшаем что-нибудь. Так, 24 выстрела, это хорошо. И гардероб. А, костюм легионера был разблокирован. Что за легионер? Какой устрашающий. Арктический, скафандр, костюм инженера. Мы инженер Айзек Кларк. Не будем изменять. Так, смотрим здесь. Ну, пока ничего не надо. Здесь у нас все прокачано. А ты, блин, не, нифига. Не выйдет. Металлом, воздух. Ну, давайте так, да, приличие что-нибудь. А, и 300 к тому давать. Здесь больше ничего ловить нечего. Мне этот костюм больше нравится. Так, давайте вернемся и поставим. Да, пусть ищут. Там внизу есть. Оставим. О, бот ждет на станке. Замечательно. Не зря. Так, это сама лаборатория. Где тут был? А, вот здесь. Хорошо, у нас есть бот еще очередной. Карточки какие-то. Нахера спрашивается? А я точно разгрузился? Ну, в принципе, норм. Да, норм пойдет. Так, нам сюда, да? Да. Что-то мне это в процессе совсем не нравится. Это, блин. О, какой тут. Опять бот ждет на станке. Лаборатория Розетты, да? О, вот она. Это сборочная станция, судя по пульту. Вообще-то мы тут, чтобы собрать кодекс. Вполне логично. Нет. Судя по всему, мы здесь, чтобы собрать Розетту.
Они расчленили ее? О мой бог! Ни хрена себе! Они просто расчленили ее? Зачем? Я не знаю. Но некоторые части уже в сборке. Кажется, еще одна вон там. И что нам с этим делать теперь? Там должен быть разъем, который питает систему регистрации лаборатории. Он вон там. Ладно, дай-ка я попробую. Вон что. Отлично. Так, надо проверить маршрут до сборочной станции. Подожди. Итак, судя по записям, тут четыре части. Доктор Серана выяснил, что они должны быть тут. В комплексе три здания, значит, части должны быть где-то в одном из них. Как я понял, большинство дверей были заблокированы. Да, но ты счастливчик. Я тут нашла ключ безопасности. Хочешь попробовать? Да почему бы и нет? Отлично, спасибо. Узнай все, что сможешь о том, как сборка Розетты поможет создать кодекс. Я пока осмотрю лабораторию и найду оставшиеся образцы Розетты. Через этот пойдем, как раз заберем бота. Обратно же идем? Да, обратно. Там как раз дверь была заблокирована. Похоже, этот комплекс состоит из трех основных корпусов. Мы находимся в биологическом. В другом ведут палеонтологические исследования, а в третьем — геологические. И с какого нам начать? Все равно. Только будь осторожен. Зачем? Или думаешь, где-то там кто-то так и ждет, чтобы пообедать мной? Не смешно. Я знаю. Айзек, конец связи.